ребятки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, с вами Борода, игрушка под названием DOS. И сегодня мы с вами открываем сундук, который называется Ящик Трофеев. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам выпадет с него. С этого сундука можно получить оружие и броню, включая экипировку распадников, а также ценные ресурсы. В каком количестве их можно получить? Как сложно выбить этот ящик, ребятки? Сегодня мы все это узнаем. Поехали! Так, открываем у нас ящик. У нас всего один ящичек. Тан-т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 ан. Ваша награда, ребятки. Итак, мы получаем шапку налетчика, головной убор плотной вязки, 90 доспеха. Мы получаем ботинки налетчика, хорошо прошитые набойки, прибиты гвоздями. 110 армора, в комплекте идет еще плюс 50, если использовать. Охренеть, не встать, ребятки, сразу к самому жирному. Карающая коса. Если они не обратятся к свету станции, выпустите этим упрямцам кишки. Сиятельный слепец, верховный жрец распадников. Охрененно крутая пушка на самом-то деле. 290 дамага и плюс 177 в комплекте. Секундочку. На нас тут напали. Сейчас мы убьем этих засранцев. И по мелочи посмотрим, там еще пару единиц ресурса выпало. Также нам выпадает одно звено цепи, три изоленты и одна шестерня. Ну что, ребятки, по-моему, весьма жирно. Этот ящик можно получить, когда отправляешься на осаду чужого дома. И когда проходишь, когда убиваешь босса, ты получаешь вот такой вот сундук. Обязательно туда ходите, припасите с собой пару десятков бинтов и пару огнестрельных пушек. Защищаете, и как вы видите, оно окупается. Да, броня не лучшая, но броня фуловая, учитывая то, что я потратил туда гораздо хуже бронь, я счастлив, потому что пушка, которую я получил, ну реально очень редкая и крутая. С вами был Борода, надеюсь, вам интересна игра DOS, надеюсь, вам интересно то, как я подаю вам гайдики и материальчики. Всем спасибо, до скорых встреч, пока-пока!